Приветствую. Приветствую. Ну вот, практически еще пахнет типографской краской. Спасибочки. Мы у финишной черты. Интернет-магазин Спиридовича заработал, посещаемость растет. Теперь, чтобы впечатлить первых покупателей, нам нужно красиво упаковать товар фермеров. К этой сцене на ферме мы шли 6 недель. Сначала устроили птицам фотосессию. Дорогая техника, профессиональные съемки. На самом деле все это ерунда. Сегодня продукцию можно снять и на камеру мобильника. Ну просто делать так делать, решили мы. Петух стоит, и мне в том возрасте он показал, что он здоровый весь такой это. Он напетушился за мной. Ну и укусил за ляжку. Затем мы придумали название для фермы – «Птичий дворик», а дизайнер Александр Тимошенко разработал фирменный стиль. Добрый такой, мультяшный. Кажется, неплохо вышло. Спиридовичам понравилось. Семья птичья, скажем так, изображена. Ну, в семейный бизнес. Символику, в принципе, мне кажется, угадали. Здравствуй, семья Спиридовичих! К запуску проекта хотелось еще немного поднабраться опыта, и мы позвали в гости к Спиридовичам легенду красноярского фермерства. Жестко, брат. Набравшись опыта у веселого молочника, мы заехали в лабораторию Россельхознадзора, чтобы проверить продукцию наших фермеров. Все прошло гладко. Ну, иначе и быть не могло. Затем мы отправили главу семьи Игоря на серьезный разговор с ритейлером. Честно говоря, думали столкнуть их лбами, ведь у сетей и маленьких поставщиков вечно какие-то взаимные претензии. Но в супермаркете как глянули на нашу упаковку, так все вопросы сразу и отпали. Вот тебе место на прилавке, говорят. Заходи. Таких количеств я, ну, вот на данном этапе своей жизни пока не тяну. Ну и ладно, чего печалиться, решили мы и занялись созданием интернет-магазина «Птичий дворик». 150 позиций, товаров вручную мы забивали на сайт днями и ночами, чтобы все успеть. И успели. Оставалось лишь подготовить презентацию. Тут уж мы тоже постарались. Здравствуйте, леди и джентльмены. Мы наконец-то рады представить вам то, над чем мы все так долго и упорно трудились. Абсолютно новый, неповторимый, уникальный. Инновационно-технологичный, удобный, продуманный до мелочей. Вы не сможете один раз увидеть и не вернуться к нему в будущем. Встречайте! Мы с гордостью представляем вам наш прорыв в области разведения птиц. Интернет-магазин Спиридовичей «Птичий дворик». Кому-то может показаться, что все это шоу, мол, всегда у них так на телевидении гладко и по маслу. Но на самом деле остров углов хватает с избытком, это понимаешь, как только начинаешь что-то делать. И вот опять, вроде бы наклейки рисовали и печатали строго по размерам, а они не подходят ни к бутылке, ни к яичной коробке. Да и во всем так. Но если давать досадным мелочам сбивать себя с толку, то можно потерять главную цель. И здесь, в самом конце, на прощание вспоминаются всем известные поговорки. Под лежачий камень вода не течет, а дорогу осилит идущий. Виктор Самусенко, Артем Струговец. Новости.